Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня хочу поговорить о проекте под названием Globitex, и это биткоин-обмен в институциональном классе с непревзойденными возможностями IP для прямого доступа на рынке. Целью проекта является продвигать общую индустрию в биткоин, масштабируя существующую инфраструктуру обмена Globitex до необходимого уровня промышленной торговли с возможностью размещения стандартных денежных рынков и товарных списков. Расширяя возможности обмена и развивая новые рынки, Globitex стремится увеличить ликвидность биткоин. Компания будет способствовать стабильности биткоин, позволяя использовать ее как основную прямую валюту расчетов для сырьевых товаров, денежных рынков и других финансовых инструментов. И в конечном итоге это позволит трейдерам оценивать товары в биткоин, используя его в качестве ссылочной валюты. Изначально Globitex планирует запустить другие основные валютные пары помимо евро. Также планируется расширить регистрационные журналы Bitcoin FX, таким образом охватывая мгновенную торговлю, депозиты и снятие средств в основных валютах по всему миру. И следующим же шагом будет разработка криптовалютных денежных рынков, где участники рынка, которые имеют право на получение кредита, смогут кредитовать свои активы путем установления рыночных процентных ставок. По мере увеличения ликвидности биткоин и легкости размещения крупных денежных переводов, Globitex позволит стандартизированный список различных товарных фьючерсов и опционов на открытой основе регистрационного журнала. Производные контракты будут физически реализованы и обменены в биткоине как основная валюта. Масштабирование Globitex в глобальном торговом месте на торговых площадках и деривативов позволит производителям покупать биржевые продукты для биткоин. Торговые фирмы и спекулянты также смогут хеджировать свои риски в биткоине с контрактами на производные финансовые инструменты. И таким образом масштабирование обмена Globitex принесет пользу биткоин и будет способствовать его развитию в качестве средства обмена, которое подходит для содействия глобальной торговле, преодоления географических, политических или же денежных ограничений. Что же касается токен сейла, то изначально запуск продажи токенов планировался с периода 8 ноября до 7 декабря, но планы у проекта немного изменились, и как мы видим, сейчас на данный момент идет пресейл. И пока что новой информации насчет проведения токен сейла основного я на сайте не нашла. Но рекомендую вам подписаться на Twitter и Facebook, ссылки на которые я приведу в описании под этим видео. И я думаю, что там в скором времени должны объявить эту информацию. По крайней мере, будем ждать. Как мы видим, цена за один токен составит 10 центов. Токены Globitex будут предлагаться в обмен на биткоин, эфир и биткоин кэш. 80% токенов будут предназначены для продажи, и 20% будут сохранены для компании. Точнее, не 80% и 20%, а 65% на продажу и 35% для компании. Это тоже обновленная информация. Что касается команды, ранее много лет команда работала над активами в первую очередь для торговли товарными площадками и производными инструментами на мировых биржах фьючерсов и деривативов, включая такие юрисдикции, как Китай, Япония, США и Европа. То есть соответствующий опыт у команды имеется. Я надеюсь, они будут успешно продвигать свой проект. Ну и на этом, в принципе, все. Все необходимые ссылки я приведу в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем пока!